упродовж останніх років спостерігається збільшення квартирних крадіжок. Лише у минулому році їх скоєно на 34% більше, ніж позаторік. Отже, відповідно, збільшилась і кількість потерпілих від злочинів. Навіть коли злодії постають перед судом і відбувають покарання, потерпілим не поспішають відшкодовувати ані матеріальні, ані моральні збитки. А самі жертви дуже часто, не знаючи своїх прав, почуваються незахищеними і не вміють їх відстоювати. Отже, ми підготували для вас декілька важливих порад. 7 років тому квартиру Інни обікрали. Жінки вдома не було, а про крадіжку їй повідомив сусід. Они выходили с сумками, он говорит, я смотрю, что-то тащат, вот так много навалено. Он говорит, я не понял сначала, а потом, когда подошел к своей квартире, увидел, что у него заклеен глазок, потому что квартира напротив. Повернулся, говорит, к твоей квартире и смотрю, квартира вот так открыта. Грабіжники хапали все, що під руки траплялось, не пограбували навіть шкарпетками. І все от виворачували, вони шукали більше, хоча от так от в шкафу відкриваєш і лежало 7 тисяч. У мене постійно такий от склад, ну типу цього, тоді може бути було більше, менше, от це все винесли, вони теж все зібрали в сумку. Це все вместе сложило 13 тисяч, тобто 7 деньгами плюс, скільки, 5 виходить товаром. Золото лежало, да. Ну, вот тут вот тоже лежало. Я, то есть, его не прятала, так как поснимала, так и положила. Все, золото этого забирали. За декілька місяців правоохоронці злочинців затримали. Але, пригадує Інна, слідство та судовий процес тягнулися 5 років. Вона, як законослухняна громадянка, з'являлась за викликом слідчих, ходила на судові засідання. Тобто, обов'язки потерпілого виконувала повною мірою. Але про те, що має самостійно вимагати від грабіжників відшкодування, їй правоохоронці не повідомили. І про те, які права мала у процесі, потерпіла також не знала. Мені ніхто не сказав, що треба, там, по-моєму, в першому засіданні, або я не пам'ятаю, після чого, в якийсь срок, подати іскове заявлення, щоб мені повернули ці гроші. Тобто, да, раніше, як мені потім вже об'яснили, що було це автоматично. Тобто, раз вора судять, значить, це предполагається, що він має повернути. Я на це надіялась. Оказывается, это не так. Самая большая проблема, что я не знала, когда вовремя, что надо вовремя подать вот это, вот этот иск. То есть, если бы я знала, естественно, я бы это сделала. Там уже с платным адвокатом, бесплатным, я бы это сделала. Потому что моя цель была ходить на суды, чтобы мне вернули деньги. Хотя бы верните мне золото. Через рік після оголошення вироку злочинці вийшли на волю. З моменту крадіжки минуло вже 7 років, а Інна і досі не отримала фінансового відшкодування завданих злочином збитків та моральних страждань. Отже, жінка звернулася за підтримкою до другого місцевого центру безоплатної правової допомоги. Подали іск в суд на те, щоб він повернув мені украдене плюс 10 тисяч морального ущерба. Ну, суддя винесла приговор на возвращение украденного плюс 5 тысяч. Ну, вообще, меня это устроило, потому что в любом случае я, как бы, надежды у меня маленькие на то, что я вообще что-то получу. Я еще не подала в юстицию. Я даже не знаю, есть ли смысл или нет. Ну, сейчас это уже просто, как говорится, по-горячему не сделал, сейчас ничего не добьешься. У Кримінально-процесуальному кодексі зазначено, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди. Чинним законодавством України передбачена процедура, за якою відшкодувати збитки потерпілому повинен передусім сам злочинець. Але, стверджують експерти, ситуація і не це класичний приклад того, що трапляється з кожним потерпілим, якому не вистачає знань щодо своїх прав у кримінальному процесі. До 2013 года в Украине действовал уголовно-процессуальный кодекс, принятый еще при советской власти. Вот, согласно этого кодекса, права потерпевших достаточно серьезно защищались, вплоть до того, что следователь при окончании уголовного дела был должен составлять для суда гражданский иск по поводу возмещения материального ущерба потерпевшему от преступления. Новый уголовно-процессуальный кодекс, он также предусматривает достаточно определенный инструмент для защиты прав потерпевшего, но есть определенные особенности, а именно обязанность у следователя составлять гражданский иск в интересах потерпевшего, как было раньше, до 2013 года, отсутствует. Тепер потерпілий від злочину, котрий вважає, що злочинні дії завдали йому матеріальної чи моральної шкоди, має самотужки складати позов до суду. Потерпевший має право на возмещение ущерба.
это возмещение ущерба от преступления. Это предусмотрено 56-й статьей Уголовно-процессуального кодекса, но, к сожалению, оно не расписывает детали, как именно это происходит. И поэтому любой потерпевший в деле, получив от следователя памятку своих прав и обязанностей как потерпевшего, он видит просто абстрактную фразу, что он имеет право на возмещение ущерба от преступления. Но далеко не всегда потерпевшие сами интересуются, как это право выглядит, вот, и как его можно реализовать. Зачастую они этой возможностью не пользуются. Адвокат зазначає, відшкодування починається з підготовки цивільного позову про відшкодування шкоди, завданої злочином. Але для його подання існують умови та встановлено терміни. Если мы говорим о досудебном следствии, он предъявляется после того, как следователь признает виновное лицо обвиняемым, то есть когда виновное лицо получает статус, то есть когда у следствия сформирована определенная доказательная база, что он действительно совершал это преступление, с достоверностью можно утверждать. Это первый этап, на котором можно предъявить гражданский иск. Вот, это непосредственно он предоставляется следователю, тот приобщает его к уголовному производству. Другий етап, коли потерпілий ще може заявити про відшкодування шкоди, це етап початкової стадії розгляду кримінального провадження у суді. На першому засіданні оголошується потерпевший либо сам, либо через своего представителя имеет право предъявить такой гражданский иск, суд его приобщает к делу и рассматривает его вместе с уголовным производством. И есть третий этап, когда потерпевший может также обратиться с гражданским иском. Это этап, когда суд рассмотрел уголовное производство и приговор вступил в законную силу. Это примером этого случая была героиня передачи Инна. Она обратилась непосредственно в суд после того, как приговор вступил в силу, и даже виновное лицо отбыло наказание. До речі, права і статус потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Права та обов'язки потерпілих прописані і мають виконуватись згідно закону. Якщо говорити про права потерпевших, то они предусмотрены статьей 55 и 56 Уголовно-процессуального кодекса. Это общие права потерпевшего в уголовном процессе, права и обязанности. А право каждого потерпевшего на возмещение морального и материального ущерба определено статьей 1166 и 1177 Гражданского кодекса Украины. Вот. Это являются как бы ключевые статьи, по которым защищается право любого потерпевшего на материальную компенсацию вреда от преступления. И ссылки на вот эти вот две статьи Гражданского кодекса как бы являются обязательными при составлении таких исковых заявлений для подачи их в суд. Отже, аби права потерпілого забезпечувались, їх потрібно знати. Потерпевший имеет право присутствовать при проведении следственных действий в ходе досудебного следствия. Потерпевший имеет право ознакомливаться с материалами уголовного производства, которое касается расследования в отношении него преступления. Имеет право заявлять ходатайство следователю о необходимости проведения каких-либо действий. Он имеет право в ходе досудебного следствия высказывать свои соображения по поводу продления либо избрания меры пресечения виновному лицу. У него есть такое право присутствовать в суде. Также потерпевший имеет право на оспаривание действий следователя-прокурора в ходе следствия, если посчитает, что действия органа, который ведет расследование, незаконны. Также имеет право на представителя в ходе расследования и суда. Представителем Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает лицо, которое имеет право на осуществление защиты, то есть адвоката. Окрім прав, потерпілий має і певні обов'язки. Обыкновенными обязанностями потерпевшего является необходимость его приходить по вызову следователя на допрос, либо по повестке суда в суд для дачи пояснений. Вот. Потерпевший имеет право в суде, когда уже дело рассматривается, может давать показания, может не давать. Ну, обстоятельства дел разные, могут быть, есть такие категории дел, где потерпевшему там, морально тяжело отвечать на вопросы суда или же вопросы тех же обвиняемых, от которых он уже пострадал. Вот. Он имеет право отказаться в таких случаях от дачи показаний, и он не несет за это ответственность. Это его право. Если говорить, ну, скажем так, простыми словами, что если потерпевший ни разу не придет в суд и не предоставит никаких документов относительно того, что он просит суд рассматривать без его участия, то если суд вынесет обвинительный приговор, он может быть отменен в суде апелляционной инстанции. Если потерпевший, скажем так, не выполнит свои обязанности.
То есть он их таким образом не выполнит себе же во вред. Хто і як має реалізувати право потерпілого на повернення боргу і стягнення коштів зі злодія? Когда человек получает в суде приговор либо решение о том, что виновный обязан ему возместить ущерб, он одновременно по своему заявлению получает в суде и исполнительный лист, на котором указано срок предъявления листа к исполнению. У государственного исполнителя есть свои сроки, они составляют полгода для проведения исполнительных действий. Вот. Но эти сроки имеют ряд оснований для прерывания и приостановления. К примеру, розыск имущества должника, одно из самых распространенных. Далеко же не все должники, в том числе по уголовным преступлениям, они имеют недвижимость, автомобили, постоянное место работы, то есть тот источник доходов или имущества, на которое государственный исполнитель накладывает взыскание, обращает на него взыскание. Поэтому исполнительное производство может затянуться не то, что на месяц, может затянуться и на несколько лет. У кримінальному провадженні, відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена угода про примирення. Вона затверджується рішенням суду та має достатню юридичну силу, що підлягає обов'язковому виконанню. Чем интересен этот вариант для потерпевшего? Тем, что они совместно с обвиняемым лицом определяют по своему согласию способ возмещения вреда, вот, который оформляется соответствующим соглашением. Договор о примирении сторон – это хороший способ для обеих участников конфликта того же самого закончить дело, но, с другой стороны, оно налагает определенную ответственность, дополнительную на виновное лицо. Что в целом достаточно полно защищает права потерпевшего. Вот поэтому любой потерпевший, которому предлагается соглашение о примирении, если его устраивают условия, он может смело на них соглашаться, зная о том, что в случае невыполнения второй стороной этого договора она понесет ответственность. Потурбуйтесь про безпеку своєї оселі, адже вона має бути вашою фортецею, а не майданчиком для легкої наживи грабіжників. Якщо все ж таки ви потерпіли від злочину, але не зовсім орієнтуєтесь в правових аспектах, краще зверніться до адвоката. А також читайте закони, дивіться нашу програму, і тоді ви впевнено зможете сказати «Я маю право».